Среди новых современных судов мы можем еще встретить на реках старые добрые пароходы-колесники. По Вятке ходят сейчас 4 таких буксира. Среди них пароход «Резвый». Больше 20 лет водит его капитан Василий Максимович Свинин. Почти вся жизнь экипажа проходит на реке. Такая работа. Поэтому плавают часто семьями. Жена капитана Тамара Павловна среди речников уже ветеран. Трудяга резвой скорость имеет небольшую, по течению 13 км в час. Но название свое оправдывает в другом. Экипаж резвого держит переходящее красное знамя Вятского речного пароходства. На его счету 1000 тонн сверхплана перевезенных грузов. Порядок на судне – это неизменная традиция матросской службы. Жизнь на реке не прекращается ни днем, ни ночью. Единственное препятствие – туман. Но резвый и в тумане двигается потихоньку вперед. Старпом Василий Алексеевич Сметанин знает здесь все ярые перекаты. На Вятке он с 42-го года. Стармех Александр Александрович Краев, тоже потомственный речник. В семье капитана все речники. Можно сказать, на реке родились и 2 сына Василия Максимовича. Старший стал капитаном буксирного теплохода, младший – инспектор рыбоохраны. Бывает и такое. Во время ночного рейса капитан Александр Свинин шел встречным курсом на своем РТ-363. Короткая встреча с отцом и снова в путь. Идут по Вятке буксирные суда, ведя за собой баржи с хлебом, с лесом и углем, с удобрениями для полей и стройматериалами.